Мои, мы вышли на прогулку. Много сегодня я дома поработала. Сейчас с мужем, вот с Настенькой, вышли на прогулочку. Посидеть в кафешечку, что-нибудь покушать, выпить. Добрый вечер! Это я. Устала сегодня как собака. Пан Спортменко. Боже, как красиво. Ну, успокойся, говорю. Вечерний Мерсин. Aşkım, ben de aynı istiyorum. Bira içmeyi. Ha? O zaman şey yapalım, sahile oturalım oraya. Burada istiyorum. Burada olur mu ya? Ha. Orada otururuz o zaman, bebeğin karşısında. Orası daha güzel. Как хорошо, прохладно. Вышла Светлана на набережную, все время сидит. Пашет. Я бы не вышла сегодня, если бы не наша встреча. Всем добрый вечер. Моя мечта сегодня сбылась. Помните, я говорила, я хочу, чтобы с мужем выпить пивка холодненького. Как он играет. Огурчики. Да, огурчики у нас. Боже, как классно мы сидим с мужем. А там эти музыканты. Луна, друзья мои. Через полчаса будет полнолуние, если не наступило. Боже, какая красота. Сегодня я купила такое голубое мороженое. Какое вкусное! Ашкем, сен ханди алу? Халун. Мой муж взял калун. Приятного нам аппетита! Если к вам неожиданно пришли гости, то вы можете предложить ему такую быструю закуску. Я это увидела где-то в интернете. Хлеб нарезала, взяла вот такую вот чеснок, вот такую большую головку, разрезала пополам ее и пожарила на оливковом масле на сковородке до готовности. Затем размяла вилкой чеснок, добавила укроп, намазала чуть-чуть на хлеб и сверху плавленый сыр. Вот такая вкуснятина должна получиться. Но не знаю, какая, покажу обязательно вам, друзья мои. Вот такая красота у меня получилась, друзья мои. Что я приготовила, я вам сказала. Укроп, чеснок жареный. А что мы будем отмечать? Мой Ашкин мне купил компьютер новый, потому что мой сгорел. Вот такой компьютер. Утречко, мои дорогие, любимые подписчики. Вчера я снова сделала перестановку на балконе. Сейчас покажу. А это я приготовила кофе. Оно это фильтрованное кофе. Не обычное, не Нескафе, не турецкое, а именно в машинке. Вот такую пенку, оно, видите... Какая пенка, как капучино настоящее. А вот смотрите, что я сделала вчера. Вот хотелось, знаете чего, чтобы было все высоко-высоко, чтобы вот это вот все плелось красиво, а не то, что там на камине. Вот, повесила, как в огороде. Этот цветок туда перестала, там более просторно стало. Показываю вам свой только балкон. Не устали уже или устали? Действительно, он мне так нравится. Столько душу в него вкладываю. По-деревенски, но зато кайфово. Вот так вот. Сейчас буду пить кофе. И у меня новый компьютер, как вы видели. Вчера мой муж купил мне. Господи, благодарю Вселенную.
все ломался, ломался. Помните, я вам говорила? И вы знаете что? Он вчера сел, включил тот мой, и он заработал. И у меня теперь два компьютера. Он смеется, я говорю, давай, пока говорю. Мы ничего здесь еще не включили. Собирай его, отнеси. Он смеется, нет, говорит, пускай будет у тебя два компьютера. Ты же у меня работаешь. Вот такой вот у меня золотой муж, мой любимый. Все, буду пить кофе, и потом, ну, как всегда, дела по бизнесу сейчас очень много. И даже из-за этого мы немножко переносим поездку в деревню, потому что я должна быть всегда в сети, всегда на связи, на двух компьютерах уже. Вот так вот. Сегодня на ужин у меня вот плов из булгура с овощами. И знаете, что еще приготовила? У меня фарш был. Просто фарш. Я с помидорами, с луком. Вот так вот тушу его. И чуть-чуть добавила водички. Это все помидоры. Вкусно так. Эндер говорит, тяжелое не готовь. Но я тут вообще жир не положила. Все это в своем соку. Ну, если он не покушает это. У нас вообще так жарко. Жарища. Он сейчас гуляет, придет и вот и все. Накрою и будет доходить. Всем привет, мои дорогие зрители. Светлана сегодня на встрече с девочками. Позанимались йогой и хотим сейчас пойти порисовать. Ну, а также вторые или третьи сутки сегодня убывающие луны, поэтому надо делать техники на освобождение чего-то. Будем кораблик, техника кораблик, избавляться от долгов, страхов, негатива. Жарко так, мы идем в беседку. Боже, какие красивые розочки, но их так мало. Как я давно вам не показывала, друзья, и вообще сама сюда не приходила давно. Идем с девочками моими рисовать и все остальное. Кофе пить, кофе пить. Это напротив града получается. Так, мой кораблик готов, друзья мои. Сейчас мы будем отпускать. Мы так хорошо посидели, 2 часа, уже 3 часа. Муж звонит мой. А, посмотрите, какая грязь. А мы думали, что это пена. Обалдеть! Вот смотрите, какое море в Мерсине иногда бывает. Редкие кадры. Ну что? Ну что, девочки? Подожди, я сейчас скажу, когда. Отпускаем, короче, долги наши. Просто так ничего не бывает. Ваши соединились. Наши соединились, да. А Настин, посмотрите, как поехали. Поплыл. Ай-яй-яй. И плывет, он плывет. Иди в ТЖ. Срочно едем. Выезжаем. Такие вот мы интересные девочки. Пошла я домой. Сейчас мне нужно зайти в маркет, купить кое-что. И мой супруг меня ждет. Сегодня действительно хорошо провела время. Еще сколько. Девочки, мы сегодня здесь 10:30. Мы вообще не жизнь у нас, а малина, не правда? Сами себе посвятили. 3 часа уже скоро, а мы все гуляем. А мужья наши ждут. Вот это жизнь, я понимаю. Вот это жизнь. У нас такая жизнь. В Турции, в Мерсине. Ух. Пятница, и очень многие люди вышли на пикник. На набережной. Так, сейчас покажу вам.
на набережной очень много людей собрались на пикнике. Мы с трудом нашли место, а это Градо, где мы зимой проводили время и рисовали. Так что, а я все никак не дойду домой. Иду и никак не дойду. По этой жаре аж плохо стало мне. В каком смысле плохо? Я же не ела еще ничего. 3 часа дня, наверное, и больше уже. Вот купила себе мороженое. Больше ничего. Яйца взяла, йогурт и это. И все. Хлеб. Вот это яйца, йогурт и это. Это все 110 лир. Представляете? Что там еще? Яйца, газировка и йогурт. 110 лир с мороженым. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.